капельницу попал также и депутат Саратовской городской думы. По сообщению информагентств, Александр Ванцов был госпитализирован в первую горбольницу. По предварительной информации, 3 дня назад на народного избранника было совершено нападение. Его избила группа неизвестных. В настоящее время депутат находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападение сам Александр Ванцов связывает со своей антикоррупционной деятельностью. В 2014 году он даже собирался объявить голодовку. Таким образом, он планировал выразить протест одному из депутатов городской думы. Ванцов провел собственное расследование, результаты которого убедили его в том, что коллега связан с подпольным нефтяным бизнесом.